Адлер, улица Ленина. Вот сколько хожу по этому мосту и постоянно удивляюсь. А вот для кого сделан этот мост? Ладно, где еще поднимается? Молодежь более-менее что-то. Старикам подняться это ужас какой-то. А вот по этим полозьям как можно, чтобы наклон 45 градусов и проехать, провести детскую коляску? Это... Нужно быть просто, я не знаю, вот так вот, 45 градусов, вот так. Мост есть через дорогу, раньше был здесь переход, а сейчас сделали этот мост. С какими мозгами это было сделано, неизвестно. Но вот так подняться с коляской, с детской, это что-то невероятное. Остались еще среди высоток здесь частные домишки. Но этот вообще какой-то малюсенький, его даже из-за забора не видать. И вот они, высотки. Ну а пока все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и жмите на колокольчик. Пока-пока. До встречи.